That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Доброго дня, патрульна служба. Хлопці, все нормально. Тут ребята решили пивця випити. Ну ми вже про все договорились. Ви що, взятку від них взяли? Ти що? Яка взятка? Це щомісячний взнос в мій клуб любителей пива. О. Поверніть гроші. Боже, що ви за люди такі, а? Не знаю. Ви що, це моє? Ребята, це теж ваше? Да, це теж наше. Яке ваше? Я тобі зараз... Так заспокойтеся, будь ласка. Повертайте гроші. Це безпреділ якийсь. Безпреділ. Пане лейтенанте, ще раз вас побачимо за цим ділом. Арештуємо. Останнє попередження. Арештуєте? Мене? А давайте, арестовуйте, ага. Два нових поліцейських арестували старого мента. І при цьому його побили. Що ви робите? Вас представляю! Поможіть! Нова поліція людей б'є! А може розкажемо йому, що у нас є відеорегістратор, який все знімає? Ні. Давай ще немножко подождем. Почка! Вы просто все неправильно поняли. А сейчас ты скажешь, что это твоя сумка, что у тебя такой стиль. Ну тут и ежу понятно, что никто не будет носить сумочку за 4000 под такие туфли. К тому же мы все видели. У вас такая прекрасная улыбка. Вы мне сразу понравились. Я специально выхватил эту сумочку, чтобы обратить на себя ваше внимание. И я собирался вернуть ее хозяйке. Это так мило. Да кого ты слушаешь? Он все выдумывает. Ничего он не выдумывает. У меня действительно красивая улыбка. А ваши глаза пленили меня с первого взгляда. Да, он прав, эти линзы тебе идут, но он тебя использует. Неужели ты думаешь, что он настолько черствый, что будет играться моими чувствами? Да он хочет засыпать тебя комплиментами, чтобы ты его сейчас отпустила. Да ты просто завидуешь, что на такой поступок пошли не ради тебя. Скажите, а что вы делаете сегодня вечером? Мужчина, составляем протокол в отделении. Ира, не лезь, пожалуйста, мы и без тебя разберемся. Может, ты будешь следовать инструкции? Точно. Никакого кино на первом свидании. Правильно. Да, зачем же нам кино? Я вообще готов с вами хоть на край света. И пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Все, мне надоело. Хочешь на свидание? Приходи. С 4 до 6, Коперника 18. Там какой-то ресторан. Анечка, там СИЗО. Вы имеете право хранить молчание. Подождите. Я не могу больше терпеть. Выходи за меня. А теперь ты точно не отвертишься. Нам утром поступило заявление на это кольцо.